Оренбурге первый раз. Прилетели сегодня утром на самолете. С Воронежа до Москвы на машине и на самолете. Погода, конечно, здесь радует. Дождь, холодно, ветер, но приехали поболеть за наших ребят, поддержать. Мы за Вагнер, мы повсюду. Вот в том году я, по мере возможности, конечно, я сделал 9 выездов. В этом году уже 4-й выезд. Сегодня, получается, уже 6-й выезд. Прошлый был вот... Ездили в Самару, в Питер. От игры ждем, да на самом деле... Верим. Сегодня надо выигрывать, забирать важные 3 очка. При удачном стечении обстоятельств сможем неплохо подняться в таблице. Надо набирать очки, надо подниматься. Игра поменялась, мяч опустился, есть движение. Мне вот сейчас, допустим, с новым тренером, с Ташуевым, намного больше нравится, как ребята действуют. Наверное, это какая-то особенность именно Воронежа, людей, которые притягивают абсолютно всех. Самая выездная команда, и больше всех поддерживаю. Выезд для меня – это святое. Это для Воронежа и футбол, я считаю, это больше, чем даже… Это не просто футбол, а это религия. Это вот буквально в смысле слова. Я надеюсь, уверен, что сегодня все получится, что мы сегодня выиграем. Победить должны по-любому. Игра есть, у команды появилась игра, и это очень радует. Факел – это жизнь. Это, как говорится, это семья. Это вот это для меня это семья.
собрали, как они боятся, как были, все. Говорите, неудобный соперник исторический, значит, надо менять эту историю. Вот, понятно, что сложный матч. Погода, я думаю, тоже внесла свои коррективы. Здорово, что мы выиграли сегодня. Для нас, наверное, результат в первую очередь, да, потому что ну, он давлеет, как бы таблица давлеет. Поэтому очень радостно, что приехало много наших болельщиков. Вот, они даже разделись, хотя даже мне было холодно местами. Поэтому им большое спасибо. Хотелось в первую очередь не пропустить. Вот, значит, если мяч залетел в ворота, будем работать дальше. Конечно, хотелось сыграть на ноль, в принципе, и ребята мне помогали в обороне, и также нападающие отрабатывали. Поэтому я думаю, что это не только моя заслуга, заслуга всей команды.